есть две особенности, про которые я вам сейчас расскажу. Если вам понравится это видео и вы захотите себе такую же коробочку, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях хэштег «Хочу Z-Box». И когда на моем канале наберется 4000 подписчиков, я разыграю одну такую коробку. Круто! Более подробная информация будет в описании. Ну а теперь давайте уже узнаем, что же там внутри. Сразу покажу особенность Z-бокса. Она находится вот тут. Это дополнительный бонус, который вы можете получить. Интересненько, что же там может быть? Стираем монеткой защитный слой. И здесь у нас предсказание. Интересно, какое у меня будет предсказание? Для тех, кто еще не знаком с сюрприз-боксами, расскажу, что это такой подарок, который вы заказываете на определенную сумму. Выбираете возраст и пол человека, которому вы хотите подарить. И получаете коробку, которую наполняют разными прикольными штучками. Вы можете выбрать гифт-бокс, это только подарки. Скит-бокс, это только сладости. И микс-бокс, там где есть и подарки, и сладости. В общем, сюрприз-бокс – это очень крутая штука, так как подарки получать – это очень приятно. А когда это еще и сюрприз, это вдвойне приятней. Ну что, давайте открывать коробочку. И я хочу, чтобы первые увидели вы, мои дорогие зрители. Ну как? Напишите в комментариях ваши первые впечатления. 3, 4. О, как мило! Первый мне попался на глаза. Это попсокет-единорожек. Он такой няшка, посмотрите. Он такой няшка. Он такой классный, нежный, розовый. Там еще сердечки, чупа-чупс. Он такой милый. Люблю попсокеты. Теперь это будет попсокет мой самый любимый. Так, что же еще у меня тут есть? Смотрите, это кошелечек, половинка киви. Вау! И внутри тоже зелено-желтый. Зелененький такой, с листочком. Посмотрите, круто! Какой он красивый, нежный цвета. Он такой милый и мягкий. Просто супер! И следующее. Что это? Это какие-то смайлики. Какой-то брелок. Тут есть сердечки. Злой смайлик, грустный, веселый. И с сердечками на глазах. Давайте посмотрим, какой у меня. Давайте откроем и посмотрим поближе. Ой, смотрите, веселый человечек. Привет. Ты подписался на канал Снежана Снежок? А поставил вот такой вот большой лайк? Я да, и подписался, и написал комментарий. Теперь твоя очередь. Давайте я попробую достать сюрприз, не глядя. Возьму вот это. Что это? Похоже на банан. Давайте откроем. Банан. Саша тут тоже смотрит и говорит, что это банан. Банан с орбизами. А так весь банан прозрачный. Это орбизы желтые. Вот его можно тянуть. Он очень крутой. Жмякать. Он такой крутой. Когда сильно сжимаешь, орбизы так прикольно выскальзывают с руки. Очень прикольный. Круто. Давайте смотреть дальше. Смотрим дальше. Тоже не глядя. Возьму вот это. Это сквиши. Скорее всего, это какой-то пончик. Да, посмотрите. Вау, круто, он такой мягкий. Сейчас он вернет свою форму. У нее такие милые глазки. Она улыбается и закрывает глазки. И она очень мягкая. Такой крутой брелок. Круто. Давайте смотреть дальше. Тоже возьмем, не глядя.
Так, тут тоже что-то маленькое. Коробочки. Это тоже сквиши, только резиновый. Давайте я достану, чтобы показать. Хорошо. Вот. Морской котик. Вот такой морской котик. Я знаю, есть такие коты, его так вот на их живот вот так надавливают. А вот это морской котик. И я его буду давить на спинку. Он прыгает. Прикольный антистрессик. Давайте его попробуем прилепить к телефону. Смотрите, он не падает. Он не падает. Круто. Давайте еще раз. Пожмякаем его здесь. Он реально не падает. Вы посмотрите, он не падает. Прикольный антистрессик. Поигралась чуть-чуть. Можно смотреть дальше. Что же в этой коробке? Так, что же тут такое еще есть? Вот это что? Это колонка? Это реально колонка? Смотрите на такого крутого розового цвета. Давайте быстро откроем. Блин, тут скотч я рву. Вау. Вау. Она на присоске. Она, наверное, в душ. Это колонка в душ. В душ. Круто. Круто. Давайте я попробую ее включить. А вдруг она заряжена? Боже мой. На этой колонке можно звонить, переключать музыку, слушать. И она водонепроницаемая. Я люблю купаться и петь в душе. Наверное, каждый любит. Давайте дальше смотреть. Но она мне очень нравится. Еще вот такой вот кабель, чтобы ее заряжать. Поставлю я ее пока на зарядку. Давайте смотреть дальше. Так. Здесь что-то такое очень маленькое. Это наше предсказание. Здесь написано, вас кто-то очень сильно влюблен. И я даже знаю, кто это. Леша, если ты смотришь это видео, то поставь лайк. Это тебе. Достаем следующий сюрпризик. Я даже не знаю, что тут достать. Тут три большие вещи. Так хочется достать. Давайте достанем вот это. Так, оно застряло. Смотрите, что. Давайте откроем, не буду смотреть, я хочу угадать на ощупь. Ну что-то это подсказывает, что это держатель для телефона какой-то. Так, какой-то провод. А, это селфи-палка. Посмотрите, какая она крутая. Интересно, как она выделяется, насколько много. Смотрите, довольно много, мне она нравится. Круто. Смотрите, такая Микки Маус. Такая Микки Маус крутая с двух сторон. И здесь написано Микки. Она такая милая, нежная. Посмотрите, здесь кнопочка, чтобы фоткаться. Люблю делать селфи. Осталось всего два сюрприза. А так хочется, чтобы они никогда не заканчивались. Эх, ладно, давайте доставать. Достану вот это. Оно большое. Посмотрите! Это, наверное, какой-то термос. Прикиньте, он моего любимого цвета! Голубого! Бирюзово-голубой! Круто! Я этот цвет обожаю. Вы посмотрите, он такой нежный, классный, круто! Боже, не круто, а круто! Сегодня я иду на тренировку и беру этот термос с собой. Давайте дальше. Смотрите, остался всего лишь один сюрпризик. И он какой-то маленький. Смотрите, здесь заколочка с единорожком. Круто! Такой нежный единорожек. Бабочка. Давайте зацепим. Ну как вам? И мне кажется, это что-то... очень прикольная. Ну, смотрите, красивая. Я даже не знаю, что это. Ладно, смотрю. Круто, смотрите, здесь единорожек ест мороженое.
Круто! И такие красивые голубые наушники! Голубые! Как и термос! Просто супер! Как их открыть? Помогите мне открыть! Открывайтесь! Наушники! Вау! И провод голубой! Все, достаю! Так, где ножницы? Открываем, открываем! Я хочу их примерить! Все, а голубое? Рвем! Круто, давайте я сейчас потестирую их. Хорошо слышно, знаете, хорошо. Потанцуй, 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 потанцуй со мной. Да. Если ты не в сказке, то будешь долг. Ты же в красной шапке, я серый волк. Прогони, 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 прогони меня. А да не стой, это меня беспокоит. Всем не такой, я не такой. Мы остаемся вдвоем. Помню я имя твое, Света, Лена, Вика, а Вероника, чика-чика-чика, делая клубника, чика-чика-чика-чика, и без тебя мне Ника, чика-чика-чика-чика, я любовь верника, чика-чика-чика-чика, время верника. Вот и все, вот такая классная коробочка у меня была, мне она очень понравилась, тут столько всего классного. Ребята, какие вам понравились подарки? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал и делиться.